9 декабря в России отмечают День Героев Отечества. Этот праздник – дань уважения к тем, кто удостоен самых почетных государственных наград. Звание Героев Советского Союза, Российской Федерации, Орденов Славы и Святого Георгия. В станице Северской памятную дату отметили возле памятника Героя Советского Союза Семена Соболя. Вечная память тем, кто отдал жизнь за нашу Родину, за наш мир. И вечная слава, кто живы, многое им благое лето. Мы всегда будем во все времена гордиться нашими славными героями. Минутой молчания гости мероприятия почтили память героев. Затем прошла торжественная церемония возложения цветов к памятнику. Герой – это настоящий патриот, готовый на подвиг ради своей Родины. И каждый из них – реальный пример для подрастающего поколения.